Друзьяшки, всем привет, с вами снова Капанда, и сегодня играем в Roblox на Плейси Тропический остров Тайкун. Смотрите, мы появились на таком райском островке. Здесь будем расстраиваться, будем строить свою базу. Так, вот это, я так понял, у нас кэш-коллектор, сюда будет наш кэш, лавандосик, денежки, бабосики, доллары, рубли, копеечки складываться. И нам нужно, вот у меня 0 денег, мне надо что-то найти, что стоит 0. Ага, вот. Какой стенд? Короче, с кокосами стенд. Ага, вот мы его купили. А, это типа вот наши кокосы. О, прикольно. То есть здесь не дропперы у нас будут и конвейеры, а типа такие, не знаю, как сказать, ларьки, магазины будем строить. И они будут продавать наши фрукты, овощи на нашем острове. А что еще на острове у нас будет? Конечно, будут всякие кокосы, наверное, помидоры, там бананы, арбузы. Ну, помидоры это, наверное, вряд ли. Вот они, наверное, нарезанные, да, кругляшки помидорные. Помидорки маленькие. Помидорочки. Она мне на какую помидорку не хватает денег, у меня 0. А, кстати, надо посмотреть, что у нас там копится, нет. Ой, смотрите, 130 монет уже накопилось. Кстати, похоже на диван, либо на кровать. На мини-кровать. Не, даже не будет песни на ней. Так, у нас уже 150, а что мы можем еще купить? Ой, можем, 1200, 2000, 5000, 1700, что-то дорого, все дорого. Ага, вон, вижу, 1500, вот, 200, банана. Ага, это, наверное, бананчики. Ну-ка, все, 220 нам хватает на бананы. Покупаем второй стенд, второй ларек, вот они, бананас. Кокосы и бананы, о, это что такое? Это что такое? Это что, бананы что ли такие? Мамочки, что-то они страшные какие-то. И какие-то они странные. Это, мне кажется, больше похоже не на бананы. Это больше похоже на какую-то торпеду. Это, по-моему, дыня-торпеда. Ну, точно не бананы. Еще какие-то штуки на них, надрезы или что это? Не знаю, странные какие-то. На этом острове очень странные бананы. Вы не находите? Кокосы-то еще похожи вроде. Так, ладно, не будем отвлекаться. Что нам следующее можно купить? Так, 1500 Apple Stand. Это айфоны продавать. Apple, нет, это яблоки, конечно же. Яблоки. Orange, это... Эти, как их? Orange. Это апельсинки, да? О, weapon. Оружие будет какое-то. Plant more palms. Посадить больше пальм. Это что такое? Deadly ball. Это, короче, какие-то шипастые смертельные стены будут у нас. Еще будет beach wall плюс door, это пляжная стена плюс дверка. О, здорово, братюня, как дела? Ты тут уже расстроился? Ну-ка, где твоя база-то? О, смотри, здесь можно посмотреть все острова. А там что на серединке? Надо потом туда будет сплавать. Я хочу туда сплавать, глянуть. Что у нас там будет? А что-то, вот, смотрите, тут у кого-то забор уже есть. А я нубик, у меня ничего нету. О, у меня и зато есть эта лодка. Или это он на лодке приплыл? Ну-ка, поплыли. На галере, ха-ха. Прикольно вообще. Привет, давайте поздороваемся. Конечно, ку. Здорово, здорово. Ладно. Мне надо собрать денежку и посмотреть, сколько... Так, 800. 900. И сколько мне нужно на следующий? За 1000 я могу что-нибудь купить? Или 1500 тут надо? 1500, 1500, 3000. О! Дорожки за 750. Не, нам пока нафиг дорожки, они денег не приносят. Нам нужно то, что профит приносит, прибыль. Ничего нету, я ничего купить не могу. Ничего купить не могу, на денег подкопить. Копим деньги. Так, мы накопили еще 500. Ну-ка, забираем наши деньги, и у нас 1700. Ну, смотрите, я тут что спалил фишку. Мы можем купить либо вот этот вот стенд с яблоками, который дает плюс 15 профита. То есть 1500. А тут оказывается, что наверху есть эти помидорки. Я хочу купить вот эту помидорку. Банановую ферму за 1500 уже будет 30, плюс 30 профита. Ну-ка, давайте купим. О, банановая ферма. Капец, какие они тут странные эти бананы, я не знаю. Какие-то они странненькие. Ну, хоть на пальме растут, и то хорошо. Потому что как картошка бы росла под землей. Так, ну-ка, и как нам теперь деньги копятся? Давайте глянем. Мне кажется, сначала вот эти надо покупать. Фермы. Потому что здесь не плюс 15, а плюс 30 профита. Так, апгрейдить ферму стоит 3500, можно еще построить Apple ферм, это с яблоками 4500, и Orange ферм, ферма 45 будет профита приносить. А еще здесь наверху есть какая-то золотая статуя.
О, Golden статуя. 25 тысяч стоит. Ёлы-пал, откуда столько денег? Так, это туалет у нас? Нет, это не туалет, это VIP. Ну, примерно то же самое. VIP-сервер и туалет одно и то же. Так. И что у нас там с деньгами? Как наша ферма поживает? Ого, 1000 уже принесло. 1200, да? Так, а сколько у нас стоит? Ага, 1500. Короче, с яблоками стоит 1500. Ну, я уже могу ее купить, да? Нет, давайте... А, наверху сколько стоило? Наверху стоило... 3500. Не, никак не хватит. Давайте за 1500 купим. За 1500 покупаем, плюс 15 профита. Лобыська. О, вот они, яблочки. Наливные, наливные яблочки. Красненькие. А, свеженькие. Все, кокосы продаем, бананы продаем, продаем наши яблоки. И у нас тут уже маленько начинает все процветать, да? И бабосик уже копится еще больше. Вот уже 500 накопилось. Ну, я подожду, пока накопится побольше. Так, ну что, друзья, смотрите, мы накопили 7000. Вау, почти 8. 7900 ровно. Давайте еще 100 накопим, чтобы было ровно 8000. Холодись. Все, 8040. Ну что, давайте купим здесь наверху ферму. Ферму наверху хочу купить. Самую дорогую, за 5500. Будет 45 профита. Это 40 приносит. А это плюс 35. Вот самую дорогую берем. Лобыська. О, это наши. Да это оранж. Это же... Блин, мне кажется, что это лимон. Переводится как апельсинка, а похоже почему-то на лимон, да? Мне тоже кажется, что это лимон. Ну-ка, давайте его и внизу купим. Сколько у меня осталось? У меня осталось 2500. За 3500 я ничего не куплю. Зато я смогу купить где-то здесь. Что-то у меня было. Так. О, а, weapon. О, еще он приносит тоже, плюс 15. Ну-ка, здесь что? Здесь вот orange. Тоже 2000 стоит. Давайте лучше с оружием что-нибудь купим. Конечно, с оружием. С оружием-то веселее гораздо. Бенч. Во-во-во-во-во-во. Оружейная комната. И у нас здесь что-то лежит. Дротики какие-то. А, так это копья. Так они уже у меня есть. Ну-ка, где? Где? Во. Во, так это копье. Хлобысь. Ну, зачем оно мне нужно? Я буду копьями, что ли, торговать? Но оно вроде приносит деньги. Если там было написано профит плюс 15, значит профит плюс 15. Ну, у меня осталось 500 денег. На 500 денег я ничего не куплю, наверное, да? Так, тут нет. О, каноэ 2000 стоит. Каноэ 2000, это прикольно. Так, что у нас тут еще есть? Ага, что бы тут не было, тут все дорогое. Ну, о, да уже 3500, сейчас уже деньги уже нормально начали капать, уже быстрее. За 4000 я могу здесь построить ферму. Давайте посадим. А, апгрейдим. Это апгрейд ферм. Понятно, то есть мы расширили плантацию с бананчиками. У нас было 2 дерева с бананом, 2 пальмы, а стало 5. 4-5. О, блин, они какой-то как из лего, да, по-моему, сделанные? Может, потому тут такие странные? Наверное, в мире лего такие же бананы, да? Смотрите. Здрасте, я банановый король. Прикольно. Так, а следующее нам нужно Apple Ferm. 4500 стоит. Ну-ка, давайте глянем, накопилось, нет? Так, у меня осталось 600, мне нужно еще 4000. 4000 будет? Нет, 4000 не будет. Понятно, значит, я опять мотану, маленечко накоплю. Ну, друзья, смотрите, я накопил 17 тысяч. И у меня есть еще 2700, короче, почти 20 тысяч. Во, точно, больше 20 тысяч. И теперь мы можем взять и купить что-нибудь там наверху еще. Все достроить, да, апгрейдить. Что нам там осталось? Ага. Apple Ferm. Ферма с яблоками, хлобысь. А, вот они, яблоки. Тоже какие-то яблоки странные, что это такое? И это красные шарики для тенниса. Теннисные шары какие-то. Ну ладно, пускай будут такие. А, они, кстати, маленькие еще повыше, ну-ка, хочу по ним попрыгать. Ну-ка, хлобысь. О, красавцы, все, нормуль. Здесь мы все купили, конечно, на статую нам не хватит, но я теперь буду скупать на сдачу. О, у нас еще 16 тысяч осталось, нормуль. Пошли здесь все покупать. Я для вас накопил бы больше денег, чтобы глянуть все. Чтобы все тут глянуть. Так, это что у нас? Ага, о, вот это уже похоже. Это похоже на оранж, это же у нас апельсинки. А там, может, лимон был, может, я проглядел. Не, вроде там тоже оранж был. Так, ладно, это мы купили. Что еще есть у нас? То, что профит приносит. По-моему, все. Давайте что-нибудь с этой стороны начнем покупать. Давайте Town Center. А что такое? О, нифига себе. Кинотеатр, что ли?
Все будут тут сидеть и куда смотреть? В эту стенку, что ли? Что за Town Center-то? Просто так, что ли, сидеть будут? Что-то, наверное, обсуждать будут? Может, это какой-нибудь там зал заседаний? Так, это что такое? Трейдинг пост. Пост. Ага, здесь будет это что у нас? Кругляши какие-то, хлеб или что это? Какие-то расплющенные бананы наши. Тоже пускай будет. В хозяйстве все, как говорится, пригодится. Что такое хант? Охотник. Это... Ооо, так это у нас самое... В начале он был... Это наше жилище. Надо было в самом начале его построить. Это же самое главное. Где будем спякать и где будем жрякать. Здесь будем спать, здесь жрать, да? Это самое главное. Это я люблю. И поесть, и поспать. Так, это что у нас такое? Локал Тор. Короче, смотровая вышка. Ну-ка... О, на нее залезть что ли можно? Ну-ка полезли. О, прикольненько. Оп-оп-оп. О, будем отсюда наблюдать. Так, тут врагов нету. Здесь врагов нету. Там нету. А вон враг. Кто-то где-то плавает там, да? О, я его вижу. Все понятно, я отсюда могу выпрыгнуть. Е, еще и выпрыгнуть можно, прикольно. Так, у меня осталось 4000, давайте что-нибудь интересненькое купим. Хант, опять охота. Хат. Нет, хаты эти не надо нам. Компер. О, давайте купим каноэ, чтобы можно было... чтобы можно было провалиться. Надо было на нее сверху, что ли, прыгнуть? Каноэ, обманщица, я хотел тебя купить, а ты меня сожгла. Точнее, утопила. О, зато она купилась. Тут я могу на ней поплавать. Но прежде чем мы на ней поплывем, я хочу что-нибудь построить. Так, больше деревьев. Опа, деревца построили. Теперь у нас будет больше здесь пальм. Пальм — это хорошо. Так, у меня осталось 1000. На 1000 что еще могу купить? О, нет. Стены не могу купить, денег нету. Денежек нема. А, давайте мы заберем. Да, уже, наверное, что-то принесло. О, 12 тысяч есть. Все, нормально, сейчас еще купим что-нибудь. Так, давайте эти дорожки купим. Ага, что мы будем ходить своими царскими ногами без дорожек? О, смотрите, уже как у нас все вырисовывается. Прикольно уже, да, остров становится. Так, давайте купим еще. Стены. Бенчик. А, это шипы на стены, а стен-то нету. Они на голове. О, я, кстати, подпрыгнул и разбился. Какие злые стены, а? Они же меня самого и убили. Ай-яй-яй. Надо стены купить. Блин, деньги. Деньги. Есть. Все, теперь это стены. О, теперь хоть нормально у нас крепость. Теперь будем хоть защищаться. Так, бананы. И что у нас там еще осталось-то? Что осталось, еще не куплено. Так, вот это покупаем. О, это костер, это тоже хорошо. А, это можно будет, наверное, открывать. Все понятно, открыли, закрыли. Чтобы гости проходили. Ай-яй-яй-яй, попец, чуть не поджарился. Так, покупаем еще одну. А то здесь солдаты наши будут спать. Это наше жилище. И еще одно. Все, мы все скупили, что ли? Не, ну там что-то осталось. И осталось еще что такое. Еще какой-то домик. А, понятно, это же самое главное. Это же наш толкан, где будем каки откладывать. Ладно, каки сейчас не будем откладывать. И такое лучше не снимать. Это я отдельно потом скажу. Так, ну что, получается, все, что ли? Мы все построили, да? Ну-ка. Да, у нас только статуя осталась. Но у нас осталась золотая статуя, и все. И мы все зафигачили, да? Все это на 25 тысяч. Мне денег таких нет, конечно. Так, здесь тоже наши два туалета. И вот наши плантации. Все, мы расстроили. Что-то он какой-то короткий был. Думаю, будет на пару серий. Оказывается, мы, наверное, и за одну все записали, да? Опа, опа, по деревьям. И бананасики ношу. Ну все, осталось только построить золотую статую. Деньги есть? Денег нет. Ну вы держитесь. Сейчас я опять мотану и накоплю на статую. Надо же ее посмотреть, вам показать, да? И 16 тысяч, и мои 9. И я накопил, наконец, 25 тысяч на золотую статую. Где она? Где она, моя золотая статуя? На моем тропическом островке. Опа-на! Вот. Где она? О, все, круто. Вот, это, наверное, я, да? Конечно, я, это же мой же остров. Все, теперь вам нужно сплавать куда-то к соседям. Глянуть, что там есть у них. Давайте заберем. Кстати, там мы еще, по-моему, не все построили. Там что-то у нас еще оставалось. Ну-ка, Сезам, откройся. Лобысь. Так, открыть дверь. Эй, открывайся. Все. Так, за 1000... А, док. Это понятно, это мы построили типа причал. Это можно здесь его скинуть. И еще за 2500. Ай, 1500 не хватает. Сейчас пойду заберу, там уже, наверное, есть. Все, как раз... Сейчас уже деньги быстро копятся. Все, а тут деньги-то больше ничего не нужны, что ли? Что еще я могу построить? Что я могу еще построить, да? Точнее, что могу купить? О, теперь у нас фрегат появился. Ну-ка, давай. Все, поплыли.
Юху! Все, в дальнее путешествие. Плавание поплыл. Так, а я могу стрелять, нет? Это у меня лук есть, я, может, с лука буду стрелять. Хочу кого-нибудь разбомбить, попробовать. О, что здесь такое в середке? А, понятно. Типа мол, эксплорер. Исследователь. Ну-ка, я хочу спереди попробовать покататься. Ну-ка. Нет, отсюда он не катит. Надо сзади. Сзади толкать надо. Оп. Е. Эй, соседи, вы где? О, сюда к соседу заеду сейчас. Припаркуемся. Опа-на. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай, залазь, мой хороший. Вот так вот. Так-так-так. Все, я к нему залез. Чего мне тут можно похозяйничать? Ой, да он еще даже не все расстроил. У него шипов нету наверху. И здесь ничего не куплено, и наверху. И наверху ничего не апгрейжено. Я-то уже все построил. А, понятно. Короче, за одну серию мы, походу, дела все сняли, да? Все, друзья, на этом, наверное, буду завершать. Я тут еще побегаю, что-нибудь поизучаю. Если будет что-то интересное, я еще досниму. Все, друзья, с вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока!